Паша вернулся. Вон, видите, АТФ-ка под машиной полностью. Сейчас Макс Витя звонит. Так, ну подтянемся сейчас к более ровной дороге, чтобы Крис мог нам привезти запчасти. Сейчас починимся. Ого, какая машина, ё-моё, проезжает везде, гляньте, просочилась. Самураю тут раздолье, конечно. Да, подзаросла травкой. Очень мало дождей, что-то с климатом происходит. Ученые обеспокоены, только вчера какую-то передачу смотрел. Парниковый эффект. Земля нагревается. Ну, есть там теории, что все по цикличности имеет на Земле, что там были очень теплые годы, сухие там 100-200 лет назад. Вот сейчас опять, ну, что-то в этом есть, но я думаю, тоже парниковый эффект присутствует в любом случае. Даже здесь вот раньше такого не было. Интересно становится. Эти докапывает, хватает клиренса, докапывает до твердого. Продавливает, ну, под вот этим слоем болота есть твердый песчаный грунт, и оно все-таки есть за что зацепиться, в отличие, допустим, с нескучным сравнивать, там тоже есть, но там где-то очень глубоко, ну и не везде есть. Уже ребята покатались, пока мы там стояли, они туда-сюда проехали. Есть возможность посмотреть, как самурай едет. Хороший день. Сейчас еще и Land Rover подремонтируем. Вот и куча с опилками, очень известная. Посмотрите, что Леня творит. Попытка опять перевернуть самурая очередной раз. Пока опять неудачная. Ну, это дело времени, я думаю, все. Вот и куча стекол.
кому-то тут опилки близко вывозить. Финиш второго участка. Ждем Криса, будем реанимировать сейчас шланги, точнее менять их гидравлические, на которые идут на автомат коробку. В общем, Макс, шланг, который все время рвется, вот этот. Вот в этом месте он обрезал, одел его очередной раз. Ну, будет что-то радикально решать. Потому что проблема одна и та же. Все время на АТФ-ку работает только. Леня уже что-то жарит. Процесс идет. Получается? Послушай мне, Руслан, одну. Не, у меня руки заняты. Блин, что-то мне шо? Тяжело удалось. Откручивание? Ага. Смотри, хорошо закручивают, китайцы молодцы. Да, ну, неудобно. Ну да. Палец, да? Палец. Ага. Ну банка зато модная какая, красивая. Ну да. По форме сейчас, давай банку покажу. Видите, банка какая. Давай я тоже буду крутить. У меня практика, да? Ага. На, дальше ты уже сам умеешь. Да. Тест на откручивание. Кто может открутить пробку? Да, руки же. А ну давай. Давай ты, бугай. Здоровый. Да. Так она ж крутится вроде. Откручу. С левой резьбой. Видишь, здоровый. Вот это дебиляка открутил. Камер. Смотри, а бугай не может польский. Я знаю, камеру открутил. Польский бугай, смотри, ему сложно. Да Максу отдавай. Да, подделки какие-то продаешь, которые... Смотри. Нет, о, тяжело, смотри. То ты эту левую открутил. Смотри, глянь, уже свитер снимает. Не, идет потихоньку. Тут еще пробка такая неудобная. Да, и палец ему уже засунули. Да не, ну так каждый дурак может, чтобы пробка удобная и палец проходил. Не, ну смотри, нормально. Все. Не автомат коробка? Автомат. Это же он в нее и заливает. Вам семейное фото сделал. Что ты сделал, ушла? Покушали, отдохнули, поговорили, починили и поедем дальше. Друзья, это напомнило Дакар, смотрите в зеркало. Когда по этой мелкой пыли там идут в Южной Америке, блин, это... Это жесть просто. Наши далеко-далеко, оно осело, а за мной... Ужас. Да. Тут как все изменилось, посмотри, все заросло. Тут раньше... Нормальный движ был, правда. Танковую тут уже и не узнать. Если бы не ездили периодически, уже все тут заросло и так уже плохо видно траекторию. По сравнению с тем, что было раньше. Просто уже в джунгли. А вот и байкеры. Думаю, блин, где вы взялись. Да, такие джунгли, мама, не горюй. После этого лета. Причем уже это наблюдается, такое засушливое, оно как-то уже несколько сезонов подряд. Уже лет 5 железных таких, может даже больше.
патрул нас догнал. С серьезными джиперами. Леня, Леня! Не объедут? Нет. Бородач по высоте не проходит. Посмотри, что творит. Страшный человек. А я ниже ж, да? Ну, ты чуть-чуть ниже, но не намного. Иди, кому подъезжать. Слышишь, тут... Кажется, что все намного ниже бомбы, слышишь? Вправо! Лебедкой было стащить и не мучиться. А что, не проедет? А, ты подушки опустил, да, или что? Да. А я не проеду, да? Да хрен его знает. Давай, может, лебедка с дерева стащим. Давай. Попробуй, Мак. Пониженную включи еще одну. Красный рычаг на себя. Не, надо сюда проедем, больше. Проедем. Сюда больше, Макс. Ты в дерево сейчас упрешься. Тут вообще, там, наверное, уже последняя лужа высохла, может, чуть-чуть осталось. А раньше караси в ней плавали, прикинь. А, вот тут было хорошо, кстати. А тут патрол, может... Смотри, как валит. Но он, видишь, за счет того, что бензиновый. Задним приводом. Да? Сидит? Ага. Да, там хорошее место. Такая вязкая, высохший бетон. Там сложно зацепиться. Да, это тут примерно плюс-минус, где мы с тобой драг-рейсинг устраивали. Мотор один. Штурман тяжелый, я думаю. Тут мы с тобой гоняли, да? Вот тут был драг-рейсинг между... Где-то мы вот тут стартовали... А, не, раньше там стартовали. Драг-рейсинг между серьезными внедорожниками. На второй... Понял? Вторая, одна пониженная. На одной пониженной. Посмотри, как глумится, да? Давай легче ему сделаем, пусть сам едет. А, нет, смотри, сейчас начнется что-то. Да там такая липкость хорошая. Залип, видишь, тоже батарейка села. Смотри.
Я же говорю, там не все так просто. Да не, ну это он уже дурачился. Автопилот включили. Сейчас выйдет, он захочет выйти. О, смотри-ка. Не? Нет? Бородач в надежде. На сложное место, но место простое оказалось. Ну что, колея такая после нас нормальная сзади.